приглашаем на сцену Григория Войнера. Это у нас тут друзья, с приятелем, очень приятно. Вроде какую-то тему задали, но, конечно, узнал об этом уже, когда пришел. Я стал разглядывать. Там есть звук вообще? Нет. А? Нет. Есть. Какой-то что-то. О! Я просмотрел все свои диски, думаю, где же песня про науку-то тут? Вроде что-то было. Вот, нашел. Начну с хулиганской песни. Это мы сочинили втроем с Димой Горячевым и Виталием Дмитриевым. Возможно, вам известны оба из них. Мы работали на работе в бригаде. И мы ждали, когда придет какая-то машина, которую надо разгрузить. Она где-то в пробке стояла, а Дима – член Союза писателей, Виталий Дмитриев – член Союза писателей, у него дача в Комарово от Союза писателей. Ну, в общем, все писатели. Давайте песню сочинять. Стали песню сочинять. Вот. Один хотел что-нибудь про космонавтов, другой хотел что-нибудь про белогвардейцев. Получилось что-то среднее. Но посвящается она Сикорскому, который изобрел вертолет. Там много историй намешано. С жанром, в общем-то, мы долго тоже определялись, но поняли, что есть универсальный жанр. Журавли над постылою зоной, то на север летят, то на юг. Князь Гагарин, простой заключенный, проклинает судьбину свою. Князь Гагарин, простой заключенный, проклинает судьбину свою. Он сберег настоящую дружбу под плакатом в отхожем углу. Очень жаль, что расстрелян Харунжий за пропавшую бензопилу. Очень жаль, что расстрелян Харунжий за пропавшую бензопилу. Нет на свете печальнее повести, чем рискуя своей головой, мастерить вертолетные лопасти из обломка доски гробовой. Мастерить вертолетные лопасти из обломка доски гробовой. Вспоминая рисунки да Винчевы, затаившись под шконкой во мгле, князь дрожащей рукою привинчивал эти лопасти к бензопиле. Князь дрожащей рукою привинчивал эти лопасти к бензопиле. И в полярную ночь новогоднюю улетел доходяга Икар. В темном небе белела исподняя, привлекая голодных гагар. В темном небе белела исподняя, привлекая голодных гагар. Через 40 часов над Гудзоном навернулся усталый мотор. Парашютом взметнулись кальсоны, князь упал и уснул под мостом. Парашютом взметнулись кальсоны, князь упал и уснул под мостом. Как нашлась в Пентагоне работа, разбираться теперь не досуг. Но оттуда с тех пор вертолеты то на север летят, то на юг. Но оттуда с тех пор вертолеты то на север летят, то на юг. Конечно, перемешано несколько историй, изменены имена, но все эти истории оказались реальными. Причем мы, когда это сочиняли, мы даже не знали об этом.
Это у Губерманов в одной из прозаических книг описана история, как человек на бензопиле улетел из зоны. Его, правда, поймали, но говорят, что он выжил и где-то чуть ли не в Донецке живет до сих пор. Вот, ну ладно, теперь что-нибудь другое. Теперь что-нибудь, наоборот, про любовь, да? А сколько вообще можно петь? Хоть до утра. Да прям. Достаю песни, которые пою редко или вообще никогда. Вот такую еще вспомнил, наверное, тоже может быть актуально прозвучит. А вспомнил или нет, кстати, не знаю пока. Весна снаружи, а в доме душно, словно пес мне лижет уши. Огромная ватная тишина. По радио крутят музыку зомби, она мне смешна. И даже от слова «любовь» во рту не становится слаще. Но в январе к детям приходит святой Николай, и он настоящий. Религия зла, как безумный волк, словно невидимый стоматолог, вырвал из каждого храма нерв. Вместо причастия мне суют колу и гамбургер. Вместо лампады в красном углу электрический ящик. Но в феврале к людям приходит святой Валентин, и он настоящий. Нет, я не волк, я всего лишь кролик, просто я вышел из-под контроля. Я не хочу больше быть подопытным. Кроме меня в этой комнате движется только дым. Он убивает меня, но хотелось бы знать, кто заказчик. Ведь каждое утро кто-то из зеркала смотрит мне в рот, и он настоящий. Напоследок еще похулиганю, но уже не в веселом смысле. Просто вот уже как-то мы к рок-музыке перешли.
Я спою песню Александра Башлачева. Мы ее сейчас делаем в электричестве с группой. 17 февраля в Камчатке это будем играть. Если кто знает. Ну, тут люди знают, что такое Камчатка. Это где Цой работал кочегаром. Но не в этом дело. В общем, я так подумал, что вот она, та самая песня, которая совмещает эти обе тематики. Дело в том, что я буквально только что на днях узнал вообще, о чем она. Потому что Башлачева спрашивали, что это ты такое написал. А он там что-то такое, в общем, отмазывался как-то. Он не сказал. А тут недавно была новость. Дело в том, что в Чикаго, в ядерном институте, есть такие часы судного дня. И там коллектив ученых со всего мира, там среди них 18 нобелевских лауреатов, физиков, они в зависимости от политической ситуации на планете, они эти часы переводят. И как бы полночь, условно, это атомная война. И вот они там, значит, без трех минут в 84 году, они как раз стояли, поставили их, переставили на без трех минут ядерная война. В 85 году Башлачев написал эту песню. А сейчас, в этом году уже, они переставлены на без двух с половиной минут после каких-то там заявлений Дональда Трампа. И так я о них узнал, появилась эта новость. Я думаю, точно так же про них узнал Башлачев, когда была эта новость. И его спрашивали, что ты написала? Он не говорил, а теперь я знаю, что. Но я попробую не очень орать. Поздно снимать броню.
целуя кусок трофейного льда. Я молча пришел к огню. Мы в выродке крыс, мы пасынки птиц, и каждый на треть патрон лежит, смотри, как ядерный принц несет свою плеть на трон. Не плачь, не жалей, кого нам жалеть? Ведь ты, как и я, сирота. Что ты смелей, нам нужно лететь. Ну что ты смелей, и нам нужно лететь. Если вдруг кто хочет диски, то вот они там есть. А потом я убегу. Для нас выступал Григорий Невойнин. Если стесняйтесь, подойдите, посмотрите диски. Они здесь у нас лежат. Да, ремень можно стоять здесь. Наш концерт продолжается, и я хочу пригласить на сцену Ингу Макарову. Сначала не гора, предчувствие горы. Поскрипывает снег. Сейчас начнется. И сердце в вираже восторгом захлебнется от жажды куража, полета и игры. Сначала не строка, предчувствие строки. И воздух стал густым, дрожит неуловимо. Вот, кажется, сейчас, увы, скользнула мимо, коснувшись лишь крылом протянутой руки. Сначала не любовь, предчувствие любви и внутренняя дрожь. И взгляд слепой, влажный, и кажется, вот-вот, бездумно и отважно, как в омут головой, тони или плыви. Еще не осознать, а что же там, потом? Еще не угадать неведомое что-то, но как же сладок миг за шаг перед полетом, и как прекрасна жизнь за миг перед прыжком. Второе стихотворение, ну, можно сказать, можно привязать его к теме науки. Оно у них-то вроде о шахматах. Ну, в общем, это тоже, наверное, наука. Называется «Цейтнот». Бьют копыта, летят фигуры, стонет шахматная доска.
и несется лихим аллюром неизвестно чей конь, пока он сметает и тех, и этих. Необуздан и лют полет, чью-то тень или просто ветер на спине он своей несет. Под ступнёю чьей стонет стремя, кто готовит клинок к войне? Это наше шальное время бьет копытами по стране. Третье стихотворение, наверное, о любви и о науке одновременно. Называется «Город». Проводами прошито пространство больших городов. Прорастают домами знакомые парки и скверы. И уже не понять, то ли боль, то ли кровь, то ли кровь. Этот город во мне и со мной без меры. Он еще узнаваем, еще горделив и суров, серым камнем гранита дублируя серое небо. И в колодцах дворов он хранит шорох наших шагов, тайны наших миров, погружая все глубже их в небо. Он запутал меня в телефонных своих проводах, в именах, в адресах растерявших хозяев по свету. И в других городах, и чужих часовых поясах я ищу их следы, как ушедшие эпохи, приметы. И опять возвращаюсь в мой город, во все, что так страстно люблю. Проходными дворами и шпили звенящим полетом он на вылет прошил непутевую юность мою и навеки пришил к Мариным Приневским болотам. Да, меняется жизнь. Нас обоих меняют года. Зависаем в межвременье, путая было и будет, прикипая всей кожей друг к другу уже навсегда, разделив обстоятельства времени, места и судеб. Она не одна, она с Кузнецом. Ух ты, то есть вот мы сидим, ее почти не видим, она двигает рычажки всякие разные, чтобы звук получше был. А на сцену ходит не одна, с Эриком Асташевым. Добрый вечер. Обычно просто, как это сказать, я к Эрику обычно к Донецкому иду. Виктор Баранов сказал, говорит, весомо. Весомый, говорит, Донецкий. Вот, а в этот раз я попрошу Эрика мне подыграть. Это для вдохновения. Спасибо. Честно говоря, когда тему объявили, у меня много в репертуаре песен о любви, но если честно, мы с Эриком
ну так вот скажем, кроме Эрика песни, мало что поем вместе, играем. Вот, и очень захотелось попеть все вместе. Вот, поэтому сейчас услышите, даже объявлять не буду, все знаете. Как ты любишь его, как-то
Путешествие это тяжело. Путешествовала, окончательно все. Сейчас будет смертельный момент. Сердце растревожило, словно ветром тронуло струну, о любви немало песен сложено. Я спою тебе, спою еще одну. Отделение получилось, но на второе у нас еще очень большой запас артистов есть.